Всем-ку, дамы и господа. Ну что, начинаем выживание на Венере. Сейчас только мы выключим фильтр, накачаем себе 200 давления, чтобы у нас так быстро кислород не тратился. И начнем строить быстро-быстро нашу базу. Так как здесь у нас с вами нету ни воды, ни кислорода, ни летучих веществ, ничего нету. И нам нужно будет как-то с этим всем справляться. Так, давайте смотреть, что у нас есть. Вот эта вот штука мне, она в принципе не нужна. Я ей никогда не пользовался. Эти фонари, эти как его, вот эти вот штуки тоже в принципе не нужны. Давайте их раскидаем по периметру. Никогда ими не пользовался и пользоваться, наверное, не буду. Так, это чисто, чтобы они пустую не выкинуть их. Так, можно, конечно, когда ты куда-то идешь, делать как эти хлебные крошки. Ориентир, ну ладно, не будем. Все, хорошо. Теперь нажали так, вставили анализатор атмосферы. Все, отлично. Теперь у нас много-много с вами места. Так, что нам нужно? Огнетушитель пока мест нет. Кондиционер. Потом возьмем водичку с едой, пока закроем. Давайте смотреть. Сразу возьмем трубы. Это туда. Это сюда. Навигатор нам точно не понадобится. Пока месть. Что такое? Датчик, дверь. Да. Активная вентиляция. Да. Смотрим дальше. С железной стены нет, потому что стены здесь нету смысла устанавливать. Они просто горят. И нужны эти, получается, остальные. А до остальных нам еще как говорится, очень долго и нудно к ним будет идти. Так, автолад, дуговая печь, генератор. Генератор, да, нужно по-любому. Металл сразу, да. И каркасы, да. Что еще? Вроде пока месь. Все, давайте смотреть, где мы будем ставить с вами временную нашу базу. Я думаю, здесь где-то здесь, где-то тут можно и поставить, да? Ровно же, вроде ровно. Так, сразу делаем входную дверь. Я думаю, большую мы делать ее не будем. Давайте, наверное, сделаем вот так. Потом поймете, зачем я так сделал. Так, здесь мы делаем... Так, раз, два, три и, наверное, четыре. Все, больше нам не надо. Изначально нам нужно спрятаться от солнца, потому что температура почти 500 градусов. Не туда пошел, ссора, не туда пошел. Так, убрать. Теперь вроде правильно. Да, все правильно. Теперь нам нужно что? Правильно, теперь нам нужна эта штука, чтобы выровнять поверхность. Тихо. Заодно и немножко чего-то подобываем. Так, что за сквозняки, я не понял. Говорится, откуда взялись эти сквозняки? Блин, если бы тут постоянно был бы такой ветер, классно было ветрогенераторы наставить бы. Тихонечко, все хорошо. Наставить бы сюда ветрогенераторов, и вообще можно кайфовать было бы. Да, иногда нужно будет выключать фильтр. Так, ровно, но почти. Сделаем вид, что ровно. Тем более мы здесь одни, кто нас тут проверит, правильно? Так, как видите, я играю за инопланетянина, сделал такого персонажа. Хочу построить себе огромную базу, поставить себе корабль и полететь на Землю, захватить ее.
Ну, а что еще делать инопланетянину, правильно? Только как не летать на Земле и не захватывать их. Так. Все, отлично. И шикарно. Все. Все. Так, мне нужно, знаете, что нужно? Во-первых, вот это так вот перенести, сделать вот так, вот тут закрыть и взять большую батареечку. Огроменную батареечку, взять ее в ручки, взять в руки сварщик, нажать на сварщик, перенести сюда батареечку и начать зашивать. Начать это все дело зашивать. Так, а давай посмотрим, где у нас солнышко встает. Солнышко у нас встает вот туточки, да? Значит, солнечную батарейку нам где-то тут надо будет ставить с вами. Где-то вот туточки. Изначально хотя бы одну штуку, чтобы мы могли с вами что-то подзарядить. Понимаю, толку от нее будет мало, но... На начальном этапе, я думаю, нам этого хватит. Пока мы с вами не сделаем либо ветряки, либо огромные солнечные батареи вместе с батареями, с аккумуляторами. Так, надеюсь, нам батареи... Стой. 64%. Надеюсь, хватит нам запаять это все. Так, хорошо. Еще чуть-чуть, еще немножко. Блин, единственная проблема, это то, что тут могут провода гореть, и может, в принципе, все гореть, из-за чего я стенки не ставлю, потому что оно все плавит. Я не знаю, куда мне ставить тут печку. Первую вот эту вот печечку нашу, куда ее ставить на улицу, потому что, я думаю, внутри у меня все погорит. Так, отлично. Теперь осталось сделать крышу. Надеюсь, мне хватит кубиков. Я надеюсь, что кубиков мне хватит. Плюс металла должно хватить мне, по идее, и должно хватить мне батарейки. Так. Все зашили. Вроде бы да. Так, давайте смотреть, давайте делать это все немножечко быстрее. Так, давай, зашиваем. Попробую здесь реализовать некоторые вещи, которые я на Марсе не сделал. По крайней мере, постараюсь, конечно, не буду обещать, но... Должен реализовать некоторые масштабные построечки. Ага, все, батареечка села, да? Блин, там у меня... Есть еще батареечка, да, есть. Нужно будет сразу ставить зарядку батарейки. Все, отлично, да? Да, все, шикарно. Так, давайте поставим дверки. Я думаю, как раз 33% должно мне хватить на дверки, на шлюзы наши. Так, раз, два. Берем в руки. Раз. Так, все, тихо, не задыхайся. Ты так дышишь, как будто я на третий этаж поднимаюсь. Все, давайте убираем. Берем в руки вот эту штуку. Немного почистим. Не знаю, надо, не надо, но на всякий пожарный, чтобы у нас все было красиво с вами. Немножечко почистим. Ну? И еще крапулю. Давай. Все. Да. Стерильно, просто стерильно. Отлично. Давайте дальше смотреть. Нам нужно дальше здесь поставить два...
БПшника, наверное, я один ставлю сюда, второй сюда. Даже правильно поставил. Дальше твердый генератор. Я поставлю его сюда. Вот за чего я сделал здесь одну отдельную комнатку. Я влуплю его сюда. Здесь мы его включим. Здесь еще можно будет полочку повесить какую-то, я думаю. Нужно будет сейчас вывести отсюда проводку. Так, отсюда проводку вывести. Дай. Так, надеюсь, ты меня греть не будешь, проводка. Так, получается, ты сюда будешь у меня заряжаться. Ты сюда будешь у меня заряжаться. Наверное, сейчас сразу поставим сюда. Так, дай. Открываем, сразу поставим сейчас сюда батарейки пустые. Накопаем немножко угля, включим печку и пусть себе спокойно заряжается. Правильно? Правильно. И мы дальше будем уже заниматься, как говорится, своими делами. Так, давай сюда включаем. Идемте быстро копнем немножко угля, пока месь. Так, свет, что свет на все, пока месь не нужен. Копнем немножко угля, пока месь есть солнышко, пока месь мы видим. Чтобы не заблудиться. Во, как раз возле дома у нас есть. Так, ну надеюсь, тут их его много. Надо будет потом сделать себе такие самые очки, как я делал на Марсе. И смотреть, сколько у нас тут руды вообще есть. Хватит ли нам для моей масштабной постройки или нет. Так, ну давай уже и металла накопаем. Давай уже заодно. Если не ошибаюсь, мне, по-моему, еще и медь нужна. Что это такое? Серебро, не серебро. До серебра мне еще далековастенько. Вот металл мне нужно 30-ку будет на печку. И, по-моему, 30-10, да, по-моему, нужно будет на обычную печь. Которую раньше мы заправляли газом. Помните, где мы делали эти какие крутые сплавы с вами? Так, давай, 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 давай. И он 25. Ну, давай еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть. Все, идемте закинем. Угу, ямку сделали. Ямочку. И еще тогда чуть-чуть. Угля много не бывает. Я так понимаю, кто выживал на Венере, тот меня поймет, что изначально угля мало не бывает. Все, 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 все. Так, что у меня 5000 кислорода еще пока мясо есть. В принципе, пока нормально, но... Но нет. Так, уголь, давай сразу. Бум. Заряжайся. Хоть чуть-чуть мы будем тебя заряжать. Так, что я хотел? Что я хотел? Я хотел сделать так. Сделать так. И вентиляцию. Нужно ли мне здесь ставить вентиляцию? Активную тут. Либо не нужно. Либо нужно, либо не нужно. Либо нужно. Так, батареечка мало зарядилась. Хорошо. Давайте еще чуть-чуть. Говорится, уголька будем по чуть-чуть добавлять. Не хочу много тратить. Я просто не знаю, сколько здесь ресурсов. А нам нужна здесь будет... А мы можем в трубы просто закачивать или нет? Без вентиляции. Ну, вы поняли, да? Без сет, как его, без обычной пассивки. Сможем ли мы сюда трубы закачивать? Надо будет попробовать. Если сможем, то нам, в принципе, пока есть обычную пассивку, не нужно будет делать. Так, давай сюда. Давай в руки мне вот эти вот. Так, болгарочку на место. Дай пройти, пожалуйста.
Так, почти желтенькая, хорошо. Давай-ка, наверное, еще чуть-чуть мы тебя. Тихо, тихо, тихо. Все, все хорошо, все, все, не переживай. Не переживай, полетим на землю, захватим. Тебе жарко не будет. Все будет хорошо. Так, отсюда у нас будет выходить с вами зарядка. Так, раз. И мне кусочки нужны. Два. Ну, так как у нас... Блин. Я хочу сюда автолад поставить, наверное. Либо сюда автолад поставить. А я смогу сюда подходить, закидывать уголь? Наверное, смогу, да? Давайте посмотрим, где у нас наш автолад. Сможем ли мы с вами... И надо будет баллоны занести. Так. Автолад. Где ты? Где ты? Так, надеюсь, я правильно все делаю, и наше выживание не закончится, как говорится, в этой же серии. Вроде где-то у меня еще были провода. Вот еще у меня были провода. Шикарно. Так, это нам пока не надо. Так, автолад. Ты если сюда вот у меня встанешь, вот так, будешь ты мне переграждать это все? Да, ты будешь мне переграждать. Ну, тогда... Тогда ладушки. Тогда будешь ты меня, значит... что ты хочешь? Чем тебе разобрать? Угу. Тогда будешь ты меня тут стоять. Все, ты ж никому тут мешать не будешь, правильно? Не будешь. Значит, провода сразу давайте протянем. Где наши кусачечки? Наши кусачки. Сразу протянем провода, так как я хочу, чтобы они у меня и шли. Потом дальше у нас тут тоже будет что-то стоять. Так что давайте сразу проведем с запасом. Тут мы завернем. А сюда что-то приладим, я не знаю, посмотрим. И отсюда, наверное, отсюда, откуда-то мы пойдем вот так вот. И повернуть. Все, шикарно. Что я могу сказать? Просто шикарно. Отлично, давайте теперь собирать, пока я не потратил все ресурсы. Мне нужна... Вот это дуговой сварщик. Бум. Нужны кабели. Чбамс. Нужен пластик. Так. Нужен пластик. Где наш пластик? А пластик у нас где-то... О, все. Все? Что ты? Солнечная батарея. Давайте, наверное, пока мест темно мы... Что это набрал? Железная стена. Не, про них пока мест можно забыть. В принципе, про эти... Дуговая печь. Да, возьмем... Про эти, как его, про железные стены можно как бы пока забыть. Так, где у нас солнышко? На 90, по-моему. По-моему, вот тут оно будет у нас вставать, солнышко, да? Тогда давайте, наверное, солнечную панель куда-то. Куда-то вот сюда. Провод проведем под зарядку. Так, под зарядку. Можно ли мне пройти? Давайте сразу сделаем подзарядку. Разметим. Мне хотя бы, чтобы она хоть чуть-чуть иногда заряжала солнечное. Так, не пугай меня, женщина. Мне нужно, чтобы она хотя бы чуть-чуть изначально просто подзаряжала его. Хотя бы крапулечку. Так, взлетаем. Блин, конечно, проводов много потратим, но... А что делать? Что делать? Так, не то... Все. Я так понимаю, что это будет чисто так, то до первой бури. После первой бури нашу солнечную батарею просто разорвет в хлам. Я в этом уверен. Так, приземляемся аккуратненько, не спеша. Правильно же делаем? Да, вроде правильно. Так, все, напрямую подключили
Мы молодцы, умнички, справились. А что я хотел? А, я хотел закончить оптолат. Так, для этого мне нужны вот эти вот штуки и вот эта вот штука. Все, берем отверточку в руки. И закончили. Работаешь? Работаешь. Батарейка еще есть какая-то? Батареечка еще есть. Так. Наверное, подзарядку можно будет куда-то... Мешать же ты не будешь тут никому. Правильно? Правильно. Правильно говорю? Правильно. Так. Давай отверточку сюда. Все должно быть на своих местах. И вот все. Отлично. Так, где у нас что, кого, где, когда? Что еще нам нужно? Нам нужно поставить здесь дуговую печечку. А у нас листы остались, да? Остались, да, хорошо. Давайте, наверное, мы... Отсюда ж мы сможем вывести потом кабель, чтобы запитать нашу печку. Я надеюсь, что да. Так, листов железа очень-очень мало осталось. Ага, все, батарейка закончилась. Так, не то. То. Так, батареечку, значит, мы твою вставляем вот сюда. Пусть заряжается. Берем немножко, немножечко в руки мы берем угля. Ой, все-все. И возьмем одну батареечку. Здесь вроде запасная где-то у нас еще была. Нам, в принципе, немножко нужно. Так, нет, это не то. Вот эти батареечки. Ну, вот они мои хорошие. Так, дай зайти. Куда тут вставлять? Куда тут вставлять? Где ты? Где ты, где ты? Закройся. Откройся. Дайся, все. Все, шикарно. Пока мест ты нам не нужен. Конечно, ты нам еще пригодишься, но ты нам пока мест не нужен. Так, давайте смотреть. Провод у нас будет идти сюда. Давайте, наверное, подальше от дверей, чтобы у нас ничего не горело. Блин, а я не знаю, хватит мне проводки, проводочки. Правда, дулечки или нам хватит, или либо не хватит. Сейчас будем смотреть. Так. Давай, где наша С? С. Все. А сюда и мы пройдем? Да, пройдем. Хорошо. Значит, давай мы... Давай, наверное, мы тебя как-то вот так вот... Потом вот так вот. Правильно ж? Ну, как говорится, когда начнется пожар, ты узнаешь, правильно или нет. А! Ладно, будем немножечко посерьезней. Так, давай сюда и давай вот сюда. Так, оно... Ура, работает. Только я не уверен, что утром у меня провода не загорят. Так что давайте попробуем... Включить ему фильтр, выключить, взять проводку, взять вот все сюда вот так, взять нашу железную руду и отойти и смотреть, что из этого получится. Только дверку, наверное, давайте закроем. Давайте, крыться, смотреть, что из этого всего получится. Ну, вроде нормально, вроде плавит. Я просто хочу вместо потом этой печки поставить нормальную печь. Она в автолате делает. Но для этого мне нужен металл. Металл и свинь этот иметь. Так, что я хотел? Да, давайте, наверное, сейчас у нас должна быть здесь такая штука, как шкафчик, да? Есть же у нас тут шкафчик или нет тут шкафчика? Дали ли нам разработчики шкафчик? Воздушный фильтр... Кредитная карта, кондиционер, так, компьютер, ага, склад, а шкафчика и нету, просто на Марсе был шкафчик. Жалко, жалко, однако, на Марсе был шкафчик, ладно, давай, пока у нас есть
еще возможность, пока мне солнышко не вышло. Солнышко уже уходит, доделаем с вами. Давай сюда. Давай, наверное, сюда мы тоже батареечку ставим какую-то. И сюда кинем немножечко угля, чуть-чуть, самую крапулечку. Так, ну, я, наверное, сюда ящик куда-то сюда бы затащил бы, наверное, поставил, сложил бы все лишнее ненужное. Но лучше, наверное, я перетащу баллоны. Как говорится, он меня тащит, а я тащусь. Так, что это такое? Набор принесной кондиционер. Пригодится. Отлично, это мне надо. Так, дай сюда. Дай мне всю... Ну, пожалуйста, дай. Тихо. Не взорвись только. Пожалуйста, только не взорвись, потому что... Я знаю, я могу. Умею, практикую. Так, поставим тебя сюда. Пока мне подключать ничего не будем, потому что мне нужна будет подставка с изоляцией, изоляционные трубы, но без стали мы ее не получим, из-за чего мне нужно будет сюда печку куда-то вставлять. Так, все, выключить, хорошо, отлично. Давайте, наверное, здесь мы сделаем что? Включить-выключить фильтр. Посмотрим, что у нас с вами уже есть на данный момент. В принципе, ничего. Так, 4000 фильтр. Не ври, 50% еще. Во, а тут 80. Давайте, наверное, пока суть до дела, пока мне светло, мы с вами еще сходим. Немножко покопаем. Так. Во. Как раз недалеко ходить. Просто на переплавку очень много всего нужно будет переплавлять. И нам нужен будет уголь. Блин, я не знаю, как мне обычную печку с газами ставить. У меня что-то нету газов. А если попробовать... Вы мне, конечно, сейчас не ответите. Но если попробовать брать температуру утром и загонять в эту печь. Как вам идея будет работать? Просто поставить какой-то насос и раскочегаривать его. До 1500 градусов. Не знаю, получится, не получится. Так, золото. Это хорошо, но мне нужен уголь. Блин, а я смотрю, здесь ресурсов вообще, да, маловастенько? По сравнению с другими планетами, здесь вообще маловастенько. Я, конечно, не буду постоянно при вас фармить. Это так вот чисто первая серия, ознакомительная. Что для вас, что для меня. Если вы в первый раз, кажется, на канале досмотрели до этого момента, не забудь подписаться и поставить лайкосик. Тебе несложно, я знаю, ты можешь это сделать. Говорится, не будь вредным. Ну, либо не будь врединой. Говорится, парень ты, либо девушка. Так, мне по-любому нужен будет с вами, как эта штука называется, кремний, по-моему, да? Да, кремний понадобится, тоже нафармим сейчас немножко. И пойдем домой, посмотрим, не знаю, может быть сразу не делать печку... Либо делать. Сейчас разберемся. Так, давайте хотя бы до 50. Во, отлично. Все, идем домой. Конечно, домом это трудно назвать, но ладно. Говорится, маем еще маем. Так, закрываем. Давайте смотреть. Так, можно мне на секундочку сделать вот так, здесь закрыть, здесь включить-выключить, пока здесь можно закрыть, и здесь написать печечка, вот она, набор печки, давай,
делаем, пока у нас с вами есть энергия. Я думаю, днем, в принципе, можно свет выключить, оно видно, да. Хорошо, что он днем светло. Давайте сделаем печку. Может, куда-то ее сюда и влип... поставим. Куда-то сюда ее поставим. Выведем куда-то как-то так трубы. И попробуем закачивать днем туда. Туда воздух. Блин, мало кислорода. Мне самое главное, что нужно сейчас сделать? Нужно сейчас сделать будет сталь и изоляционные трубы. Здесь сюда вывести. Поставить сюда кондер. Ну, я переносной кондер с собой взял. Вот, ну для этого переносного кондера нужно будет с вами поставить эту, как его, штуку одну. Она делается, по-моему, в принтере электроники. Катушка Тесла, или как она? Которая будет постоянно заряжать вот эту вот батарейку. Охладить наше помещение. И будет хорошо и комфортно. Тогда мы сможем с вами и пополнить кислородный баллон. Блин, как же ты долго делаешься? Так, что за звуки? Надеюсь, мы одни тут, на этой планете. Слышите, да? Сейчас не будет? Как в фильмах ужасов, сейчас какие-то жуки полезут. Да, кстати, нужно будет... Сколько тут осталось? 99, 100. Отлично, выключаем. Нужно будет с вами сейчас разгрузить полностью наш шаттл. Потому что, если я не ошибаюсь, через 7 дней будет буря. И оно все его снесет. Как в фильме, помните? 7 дней. Так. По идее, правильно, да? Если мы, к примеру, реально его как-то вот сюда вот так поставим. Как-то вот так вот. И оно не ставится. Как-то вот так вот его сюда поставим. Так, ну все. Блин, я просто не знаю, не вижу, где у нас тут оно будет вход-выход. Или вот так вот. Вот так вот, по-моему, да? Сможем ли мы же тут его же сделать же? Нам нужно будет трубу же вывести же сюда же. Ладно, пока здесь мы ее делать не будем. Я просто посмотрел, как она будет выглядеть. А хотя давайте посмотрим, мало ли, может как-то неправильно его и сделал. Так, стопэ, это вот сюда, батарейка заряжена, все хорошо, отлично. Плюс еще солнечные панели с нами работают, правильно? Правильно, так, берем в руки эту штуку, что нам нужно? Лишь железо у нас есть, это хорошо. Когда есть железо, это хорошо. Что нам нужен? Разводной ключик. Шикарно. Дальше нам нужен лишь железо и газовая горелочка. Бум. Все, собрали. По идее, если я все правильно рассчитал, а, конечно, это, наверное, будет не так, отсюда мы будем выгонять тепло. А вот сюда, с улицы, каким-то образом нужно будет загонять тепло. И если все получится, мы сюда... печка вверх ногами. Нужно ее перевернуть. Короче, принцип вы поняли, да? Не знаю, будет работать, не будет. Но других вариантов здесь нету, как ее сделать. Что нужно, чтобы тебя разобрать? Блин, падла. Не люблю такие моменты. Что? Что ты хочешь от меня?
Так, свет включись. Лист уберись. Так. Угу. А я как ее ставил, я уже не помню. Так. Вот так. Да, правильно. Правильно, сюда оно будет выходить, туда и входить. Но если не, я сейчас гору. В прямом и переносном смысле. Ура, не так. Мне нужно перевернуть еще сюда. Да твою ж, мне нужно, чтобы с левой стороны я закидывал, получается. Падла, дысишь меня. С левой стороны мне нужно закидывать. А, с правой должно выпадать, чтобы правильно все сделать. Просто тогда я смогу перепутать, как мне нужно делать, а как не нужно делать все. Так. Оно. Отсюда выход, отсюда вход, правильно? Блин, падла, попробуй сказать, что неправильно. Попробуй только сказать, что неправильно. Я тебя разломаю и выкину на улицу. Ура! Ура, 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 ура. Все, сюда закидаем, тут накачиваем, тут. Туда. Так. Ага, теперь нужно понять, куда выход. Вот. Это вход, да? Выход, вход. Выход, наверное, мы трогать не будем. Ладно, разберемся. Нужны будут трубы. Трубы у нас тут есть. Трубы, да. Трубы, трубы, трубы. Трубы. Наверное, этим мы с вами, ребят, займемся, я думаю, в следующей серии с печкой. А сейчас давайте посмотрим, подумаем, что нам еще можно тут поставить, что нужно еще тут сделать. Может, что-то перенести, может, что-то отсоединить. Может, давайте подсоединяем коробки на всякий пожарный случай. Перенесем их. Мало ли будет какой-то шторм, я не хочу, чтобы их повредили. Они меня сюда влезут, они меня сюда не влезут, да? Так, давай кондёр, наверное, пока мы сюда. Все, остановись. Ну, остановись, ну, пожалуйста, ну, стой. Ну, все, ну, кондёр, ну, хороший кондёр. Ну, хороший кондёр, падла. Ну. Все. Стой. Блин, у меня мало места. У меня мало, реально мало места под коробки. Оно мне будет мешать под ногами. Мне сейчас нужно либо плавить металл и делать здесь металл. И делать отдельно здесь. Расширять. Наверное, надо будет расширять. Да. О, здорово. А ты что тут одинокий лежишь? Потому что сами понимаете, что у меня все коробки туда не влезут. Стопэ. Так, это ты, конечно, хорошо придумал. Но нет. Так, давай сюда. Давай сюда. И давай. Ну, ну дай зайти, ну пожалуйста. Ну дай зайти, ты чего? Алло, игра. Все, шикарно. Давай тебя поставим куда-то вот, пока мясь вот сюда. Наверное, сюда мы перенесем сейчас спутниковую тарелочку. Компьютер. Так, что тут у нас? Компьютер. Это что оно такое? А, это посадочная... Бывает, посадочная площадка, понял. Ой. Чуть скафандр себе не разбил. Блин, так мы сможем с вами торговцев вызвать, правильно я понимаю? Это хорошо, это отлично. Только для торговца мне в любом случае... Это что такое? Это кто? Это наша спутниковая тарелка?
Серьезно, это такая маленькая спутниковая. Ну ладно. Мне для торговца нужен будет сделать этот, как его, как он называется, трансформатор. У нас есть тут трансформатор? Трансформатор, трубы, трубы, транспортные трубы. Нету трансформатора, у нас нету. Это беда, печалька, что я могу сказать. И тут у нас трансформатора нигде нету, да? Я так понимаю. Ладно, один несчастный провод. О, листали. Кстати, по поводу листа стали. Что мы сможем с ним придумать? Что-то сможем с ним придумать, по-любому. Так, давай сюда ложим. Раз. Где ты что-то? Что я еще брал? Все? И листали, да? Это получается весь набор на наш компьютер. Так. Давай, наверное, мы тебя тоже сейчас расплавим. Пока суть доделаем. Закинем наш автолад. Я думаю, да, в принципе, на этом можно, я думаю, серию заканчивать. Без вас я тут ничего фармить не буду. В следующей серии уже начнем дальше строить, дальше что-то делать. Сейчас тут уже доделаем вот это вот чудо. И будем решать. Нужно будет либо делать, сюда ставить два этих сгибателя труб и принтер электроники. Только нужно будет посмотреть, что нужно для этого. Так, принтер электроники. Золото. А мы можем сделать. Нам нужно всего лишь зюэта. А зюэта у нас где-то, по-моему, здесь было, да? Это хорошо. Значит, в следующей серии мы сможем с вами построить спутниковую тарелку, сделать трансформатор и вызвать, так, и вызвать торговца, и посмотреть, что у торговца тут есть. Так, ты кто? Кто ты, кто ты, кто? А, вот у меня зё это, вот оно. Ну все, вообще шикарно. Так, включить, выключить. У нас как раз 4000 воздуха остается. Я думаю, нам должно хватить этого всего, чтобы мы вызвали с вами торговца. Времени, по идее, должно хватить на это все. Так, давайте, наверное, закинем немножечко угольку, чтобы у нас батарейка зарядилась. Закинем, получается, сейчас зюэта. И на этом, я думаю, точно уже все. В принципе, я думаю, начало неплохое. Положено. Маленькая баска у нас есть. Мне главное сейчас потом сделать катушку Теслы, чтобы здесь охлаждать воздух. Потом трубы изолированные, либо изоляционные, или зарёд. Короче, вы поняли. Чтобы были с изоляцией трубы. И попробовать включить вот этот вот кондёр и нагнать хотя бы сюда сотку температуру. Потому что воду мы не сможем с вами перегонять. Конечно, вода у меня-то еще есть. Вот тут очки, где тут она, вот три бутылочки. Но, сами понимаете, рано или поздно оно закончится. И лучше перебдеть, чем потом перейти бегать и не понимать, что делать. Так, долго ты это долго делаешь. Нужно будет подумать потом, как вот эту вот печку подключить, а ту потом разобрать, выключить. Все, в принципе, ты зарядился, да? Ну ладно, работай уже до последнего. Ну? Алло, долго еще? Все, скоро рассвет, скоро солнышко встанет. Ты точно его плавишь? Ты не завис там, не? Случайно. Но? Алло. Отпусти. Все, отпусти.
Так, заряжается, заряжается. Хорошо. Так, пока дверку закроем. Можете, в принципе, дверку не закрывать. Я так понимаю, это бессмысленно. Что там 500, что тут 500 градусов. Но сделаем вид, что хоть на 2 градуса там будет теплее. Не 563, а 560. Во, наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Все шикарно. Все, теперь нам с вами хватит и на принтер электроники. Шикарно, шикарно. А что нам нужно для сгибателя труб? Где эта штука? Вот эта штука. Набор сгибатель труб. Что нам нужно? Золото, медь и железо. А у нас все есть. Кроме, по-моему, железа. Но железо можно будет потом докопать. Правильно? Правильно. Докопать потом железо. Вот как раз оно у нас тут под ногами. И доделать, короче, конечно, две штуки. О! Уголь. Доделать, получается, автолаты, принтер электроники. Сделать, наверное, батарею, попробовать. Не знаю, получится ли сделать батарею, влупить ее, чтобы она заряжалась потихонечку, помаленечку. И тогда у нас наши дела будут хорошо идти. Так как, сами понимаете, если мы с вами вызовем торговца, то, в принципе, мы, как говорится, справились. Но на этом наше выживание еще не закончилось. Нам еще нужно будет с вами здесь как-то сделать так, чтобы поставить кондиционеры, добыть кислороду нормально. Так, вылезь, пожалуйста. И выращивать еще как-то еду здесь. Угу, это тоже, конечно, хороший вопрос. Так, ладно, все, ребят, всем, как говорится, мур-мур. Всем спасибо за просмотр, за лайкосики, за подписку. Если что не так я делаю, пишите. Все комментарии читаю, на все отвечаю. Если, как говорится, вы знаете что-то, что бы я сделал лучше. Кстати, а я хотел проверить. Кстати, я хотел проверить, будет ли выкачиваться отсюда атмосфера. В трубу просто. Да, выкачивается, смотрите. Даже вентиляция не нужна. Так вот, если я что-то делаю не так, и вы знаете, как сделать, например, лучше, то напишите простыми словами. Типа, Арчи, убери трубу отсюда, добавь туда. Либо этот кондиционер тебе не поможет. Тебе нужно делать там какую-то там комнату, охлаждать, газы заполнять, и тогда будет хорошо. Блин, а может мы сейчас тут до нуля тогда идем? Я понимаю, что я уже 40 минут прощаюсь и заканчиваю серию. Ну ладно, давайте посмотрим. Может мы сейчас сделаем полный вакуум. И у нас здесь будет 0. И у нас потихонечку будет наша водичка остывать. Так, где наш этот, как его? Вот это вот. Ага, температура 20 градусов. И тут 20. Хотя-то, я думаю, ты меня обманываешь, да? Я думаю, тут больше, чем 20. Ну ладно, сейчас посмотрим. А главное, чтобы сейчас не бомбануло. Так, 110. Сотка. 99. Во. Потихоньку, помаленьку. Может, реально полного нулья. Нулья добьемся. Хотя эта печка нам здесь будет температуру огромную делать. Но я думаю, в принципе, не так страшно. Так, что тут с давлением? Давление 38. Угу. Температура 463. 462. Так, свет выключить, да, можно пока выключить, у нас пока есть солнышко. Ну что, 32, 30.
Давай, 30 килопаскалей осталось, и неужели у нас здесь будет полный вакуум? Так, 10, 11, 11, не, да? Все, не хочет. Трубы, наверное, не хватает. Наверное, не хватает трубы или чего? Давайте еще трубу поставим. Я ж не против, давайте еще трубу поставим. Я ж только за. Так, давай сюда. И сюда. Во! Полный... Нет, не полный ноль. А тут полный ноль, да? Да, тут что-то ноль. Хотя температура не падает. Тут, ну, тут еще есть. Еще 6. Так, что такое? Все, прекращай. Вот это мы тут сами накрутили. Навертели. Батарею. Все, ноль. И здесь должен быть ноль. Давай, ноль. Все, по идее, должен быть полный. Ну. Еще один, да, остался. Хорошо, сделаем так. Во, ноль. Все, теперь здесь вакуум должен быть полный. Полный вакуум должен быть. А почему температура не падает, если в вакууме должна быть нулевая температура? О, а здесь 0, смотри. Все. А здесь 462. Или не справляется просто? То есть видите, да, разницу? Здесь уже 0, а здесь 462. У меня, конечно, труб много. Ну, не до такой степени. Так, ладно, от меня 3000 осталось кислорода. В принципе, думаю, ладно, 0 так 0. Все, неважно, все, ребят, всем пока-пока. И до потом, на этом же месте, как говорится, мы потом с вами и встретимся. Все, мур-мур.